Чудесная сегодня погодка, и я решила прогуляться в один район, где я когда-то жила. Да, вот здесь, вот на третьем этаже. Уже давным-давно там другие люди. Вон спальня наша, зал, кухня застекленная. Живут другие люди. И наверняка даже не догадываются, какая в этой квартире происходила история, как досталась им эта квартира, которая должна была бы быть наша. Вот так вот. Знаете, прожив, как говорится, немаленькую жизнь, я поняла, что вот в этой жизни вообще мало надо кому доверять. А особенно ты не ожидаешь от своих близких, от родных, можно сказать, от родственников, удар в спину. Вот. Эта квартира должна была быть двухкомнатная, принадлежать моей дочке. Но родственники перекрутили, переиграли, за спиной незаконно сделали документы. И вообще левым людям досталась эта квартира. Это, конечно, уже было много лет назад. Я как-то пробовала и судиться. Ну, чтобы судиться, нужны деньги, нужны связи. А потом мне... Тогда БТИ еще были. Сейчас БТИ, по-моему, уже их нет. А тогда еще были. Я пришла туда, и мне женщина одна, там работница, уже потом увидела, что я бьюсь, как рыба об лед. И она у меня все расспросила и говорит: «Ой, вы знаете, вам бесполезно. Тут, говорит, приходил с ихней стороны молодой парень. Он учится в юридической академии, говорит, я так поняла». Я говорю: «Да, да». «Ну, говорит, что вы, у него там деканы, профессура, которые все ему подскажут. А что вы, обычный инженер, пришли, вы ни законов не знаете, ничего, они вас просто облапошили». Говорит, такие справки поприносили. Вот. Я говорю: «Да нет», говорю, «никуда они не уезжают, ничего». Она говорит: «Ну, принесли такие липовые справки, что якобы уезжают, квартиру надо срочно продать». Вот, говорит, обкрутили, обвертели. Я говорю: «Ну, тоже так». Ну, а тогда, когда дочка еще была маленькая, мы тут жили. Вот. Может, если она посмотрит это видео, вспомнит вот этот, как мы через двор. Первый раз я ее в этот садик водила. Помню, привела. Вот. Отвела к воспитательнице. Она говорит: «Ну, оставляйте на несколько часов до обеда. А потом придете, заберете». Я оставила, а сама подошла вот сюда, вот к этой решетке, вот как раз к этому месту, и стояла, смотрела. У них там на детской площадке, они вот там вот гуляли, и я стояла, наблюдала. Смотрю, воспитательница ее на руки взяла, и я чуть-чуть посмотрела, 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 а потом домой пошла. Еле высидела до обеда, пришла, а воспитательница говорит: «Ой, у вас такая девочка спокойная», говорит, «вообще не капризничала, ничего, не так, как другие дети. Оставляйте на целый день». Говорит: «Да нет, ну я уже как бы настроилась, что полдня она побудет и все». Ну, сколько мы сюда, я не помню, сколько мы, год или полтора здесь походили, а потом уже получили на Победе квартиру. Ну, это папа сделал нам квартиру, мой папа, которую тоже, как говорится, по жизни пришлось так и оттуда съехать. Ну да, потом на Победу мы переехали, там вообще был шикарный садик у нас. Там с бассейном был садик. Ну а вот с тех пор я сюда практически не приезжала, можно сказать, уже сколько лет. Я думаю, если дочка глянет, она может и не вспомнит. Это ж она совсем ребенком здесь была. Ну, конечно, такие горькие воспоминания. Уже все, кто в этой истории были закручены, заверчены, их нет. Ничего хорошего я им на том свете пожелать не могу. Говорят про покойных: или хорошо, или никак. Ну, хорошего ни слова сказать не могу. А никак, это знаете как, никак. Говорят, надо простить. Ну, простить-то можно, но только это ж не забывается. Это не забывается, как самые близкие. Так что я такая наученная горьким опытом, что вот, ну, никому, никому не надо в этой жизни доверять. Самые близкие могут подставить. Вот так вот. Так что вот это место у меня связано с такими не очень приятными воспоминаниями. Хотя район, конечно, очень хороший.
Если кому-то интересно, это 12-й квартал. Улица Гладкова.